Добрый вечер всем! Я сегодня в Харькове и нахожусь в таком красивом месте, о котором я вам уже рассказывала. Это сад имени Шевченко. Он весь в огнях, весь в иллюминации, в инсталляции. Такая красота, даже не знаю, с какой точки и снимать. Везде красиво. А иду я в Хатоп, в Харьковский академический театр оперы и балета. И вот иду к нему этим садом и не могу просто налюбоваться. Какая красота! А иду в Хатоп, буду смотреть сегодня балет «Щелкунчик». У нас с дочкой традиция. Перед Новым годом мы всегда ходим на балет «Щелкунчик». Два раза мы смотрели этот балет в постановке труппы нашего Харьковского театра и один раз в постановке «Радо Поклитаро». И хочу сказать, что нам все постановки очень понравились. Но вот сегодня по традиции иду на «Щелкунчик», но иду сама, потому что дочка отдыхает в Египте и подарила мне билет на «Щелкунчика». Так что иду смотреть балет и уверена, что получу тоже массу удовольствия. А я подошла уже к зданию самого театра. Вот, на заднем плане сам театр. А это вот кто нас здесь встречает? Вот сколько их здесь. А напротив видно зеркальная струя. Сейчас немножечко пройду, покажу вам. Вот такая красивая. Впереди и слева это улица Сумская. И вот еще раз покажу здание театра. Огромное здание театра. Ну, мне пора, я побежала. А вот такой холл театра изнутри. Быстренько бегом пробегу, а то здесь все фотографируются. А балет уже окончился, я вышла из театра и нахожусь под таким большим впечатлением, в таком восторге. Мне все очень понравилось. Обстановка в театре, танцы, музыка Чайковского, костюмы восхитительные. Все просто превосходно. Очень понравилось и говорю дочке большое спасибо за такой подарок, классный подарок. А я возвращаюсь домой по улице Сумской. Вот с одной стороны, по тротуару, с одной стороны вот такие елочки красивые стоят. А с другой стороны деревья не менее красивые. И вся улица такая красивая, яркая, красочная, новогодняя. Хочется снимать и снимать, но морозец, мерзнут руки. Иду к главной елке города. А это сад Шевченко, весь в огнях.
красивый, сверкающий. Просто красота. Это памятник Шевченко. А я пришла уже на площадь Свободы, где установлена как раз главная елка города Харькова. Здесь так шумно, классно, играет музыка, много народу. И вот сейчас через такие красивые ворота пройду к главной елке. Высоченная, красивенная елка. Нет слов. Одно восхищение. Меняет цвет.